Четверг во Франции стал днем забастовок и протестов. Нарушена работа транспорта и учебных заведений по всей стране. Возмущение вызвано объявленной пенсионной реформой. Французские профсоюзы на этот раз выступают единым фронтом, как и много лет назад, когда пенсионный возраст был повышен с 60 до 62 лет. Сейчас правительство президента Эммануэля Макрона повышает возраст выхода на заслуженный отдых с 62 до 64 лет и увеличивает число квартальных взносов, необходимых для получения полной пенсии. Мы должны признать исключительно характер профсоюзного единства, которое дает нам значительную силу. Между нами нет разногласий по этому вопросу. Такое происходит впервые за последние 15-20 лет. Забастовки парализовали большую часть общественного транспорта в столице Парижа и значительную часть поездов по всей стране. Бастующие работники государственного поставщика электроэнергии ЭДФ заявили, что снизили выработку электроэнергии. Общественные радиостанции вместо сводки новостей заполняли эфир музыкой.